Отсюда не хочется уходить, играть можно часами. В Химках появилась новая детская площадка для детей от 2 до 14 лет. Здесь есть качели, карусель, гимнастическая стенка и многое другое. Целый развлекательный комплекс построили во дворе домов по улице Мельникова, 5. Юным химчанам не придется скучать. Площадка 3 уровней, есть от 3 до 7 лет, даже песочница для самых маленьких. Площадка от 7 до 12 и, соответственно, что вы видите, уже площадка для более возрастных детей. Мы контролировали с самого начала весь процесс, мы все согласовывали изначально, мы знали, что мы хотим, ну и по итогу мы получили хороший результат. Площадку построили в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Муниципальные депутаты принимали активное участие в реализации проекта. Мне, как депутату, приятно смотреть, когда на площадке играют наши детишки, радуются и говорят слова благодарности за то, что вот такие вот площадки сейчас появляются в каждом дворе нашего городского округа Химки. Также сегодня мы подписали акты о приемке площадки, все довольны. За 10 лет в Химках благоустроили более 400 дворов. При поддержке главы округа в каждом обновили или построили новые детские площадки. По программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева установили 20 больших игровых зон. В основе всех проектов по благоустройству лежит главный принцип, озвученный губернатором: «Житель всегда прав». Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.